Всем доброе утро. Сегодня уже следующий день. 7 утра. 7:03, если быть точнее. Я сегодня не успела нормально накраситься, но да ладно, мне лень. Меньше придется вечером кеш снимать. Сегодня у меня опять две пары. Опять я с 12 до 6 на стажировке. Предпоследний день. Я счастлива. Так что сейчас я уже буду выходить, потому что хочу сбежать в магнит, купить бананы, может, что-то поесть, потому что я сейчас ничего не ела, ничего не охота. Но на паре, естественным образом, я захочу, спустя 3 минуты начала пары, я буду умирать от голода. Так что все, выходим, забегаем в магазин и едем в универ. Ребят, я уже дошла, но на секундочку я вышла в 7:08. Приехала в 7:55. У нас опять пробка, у нас опять перекрыто. Здесь, блин, раз в месяц обязательно все перекроют и везут фиг пойми откуда. Хотела я прийти пораньше, пришла, как обычно. Сейчас еще, наверное, кабинет какой-нибудь будет ушлепский. Присядем на парту. Есть охота. Вот, доброе утро. Вообще, вообще шикарно было, все битком, голова у меня согнута, потому что руки торчат. В общем, доброе утро. Я уже села. Смотрите, у меня что-то с глазом. У меня опух глаз. Это еще что такое? Какой стать, у меня еще опух глаз. Господи, боже мой. Это что такое? Все, у нас началась пара. Закончилась первая пара, я вообще есть хочу, капец. Сейчас началась вторая пара. И надо будет еще поесть. Мне вот данного кусочечка не хватит. У меня закончились пары. Есть охота, все, блин, спать охота. Все, я еду, Ангелина едет. Сегодня 6 часов. Это. А мне сколько? 10. А да, это? Да нет, это так. Встретимся на месте, потому что думаю, сегодня что-нибудь поснимаю вон там. Прошло уже 2 часа. У меня происходит очередная подпиточка, потому что я вечно голодна. Всем бон аппетита. Ребята, я уже дома, извиняюсь, что ничего не снимала. Честно, не помню, что вообще я последнее вам снимала. Но я уже успела убраться дома, как пришла после работы. Успела, ничего не готовила, потому что Юля сказала, что она придет и приготовит. Если она не приготовит, я не обижусь, потому что мы с ней говорили, что я убираюсь. Иначе я одна ничего не успею. И убралась, искупалась и села за домашку. Силы есть. На удивление хотела сказать, сил нет, но они у меня есть. Попишу до 11:30 и лягу в дикий жесткий сон, потому что завтра к 8:00. И на работу до 11:00. Идеальная жизнь. Также под моим новым влогом прилетели какие-то очень странные комментарии. Во-первых, что хочу сказать. Как же меня бесят люди, которые обесценивают чужой труд. Извините меня, да, я ни перед кем там не оправдываюсь, но последний раз скажу. Я на ногах по 12, 13, 14, 15, 16 часов в день. И вы мне говорите, что я не хочу учиться, не работать. А кто хочет? Я хочу вот так вот, а просто лежать днями дома, спать, веселиться, кушать, гулять, танцевать, я не знаю, петь, но, блин, не учиться, не работать, совмещая это все. Так что я думаю, может, кого-то реально уже достали мои фразы по типу: «О, боже, сегодня на учебу, боже, сегодня стажировка». Но я веду свой блог, я высказываю то, что я думаю, и так далее. Так что все, эта тема закрыта. Я реально устаю и буду об этом жаловаться столько, сколько захочу. Кому не нравится, переключайтесь. В общем, как-то так. Хомочка гуляет, дома чистота, я счастлива. Завтра очень-очень тяжелый день. Я не знаю, как я его переживу просто. Но как-то да надо. Еще и влог надо будет отредактировать. Я очень много домашки делала, так что у меня нет времени разговаривать. Я побежала быстрее делать домашку. Всем доброе утро.
Я уже устала. Скоро буду выходить. Сегодня 3 пары, к сожалению. Не знаю, что я сегодня буду весь день есть. Что я захочу есть раз в 10 точно. Надо будет придумать, что у меня поесть уроки, потому что на работу последний, кстати, сегодня стажировочный день. Возможно, если я осилю до 11. Если мне то придется прийти в среду на 3 часа, ну, такой бред, конечно, ну ладно, если что, придем. Так что как-то так, всем доброе утро. Приятного аппетита. Я доехала. Было настолько плотничком людей, что я даже не держалась. Я не знаю, я беру машину в кредит и отучиваюсь, кажется, наваждением, потому что с каждой секунды терпение просто лопнется. И такое каждый день, такое прекрасное доброе утро у меня ежедневно происходит. Я не представляю, как он так живет всю жизнь. Это ужасно. Также у нас опять перекрыта дорога. Все просто ходят по дороге. То, что у нас опять сделали какую-то ерундистику просто. Из-за этого, собственно, если бы я не вышла на одну остановку раньше, я ехала бы еще минут 10. Я бы сдала точно минут на 10. Я не знаю. Прикол в том, что перекрывают очень часто. И садиться тоже. Знание остановки нужно. Это тоже все очень долго происходит. Из-за перекрытия дороги, короче. Класс, будут играть. А, что это такое? Баскетбол. Круто, ради этого. У всех столько мучений. У меня закончилась первая пара. Сейчас мы идем есть, потому что у меня уже кушать охота, короче. А ты сегодня ел? Я опять не успела нормально поесть, вот в чем проблема. Сколько людей. Да, сейчас мы столовую. Там еще одна пара. Потом перемена. Потом поесть. Потом еще одна пара. Так ведь скоро. Что я сказала? Ладно, поняли. Ребят, у нас тут полный передел. Что хотите, кушайте. Что мы будем? Жалко, что все не беспокоит. Это что за котлетка? Это что такое? Почен, канус, мясо. Канус. Столько не хочешь? Хочу. Только, сколько он стоит? Спроси. Наша покупка – большая какашка. Маковая булочка – наша покупка. Всем быстрее кушать, у нас пара скоро, у меня живот орёт, короче, быстрее надо есть. Твоей быстрой реакции и своевременной помощи товарища, дайвер спас свою голову от участи стать запуской для крупной тикровой рыбы. Стучать буду. Дайвер находился у самого дна, посреди большого количества рыб, и не увидел приближения крупной безопасной тикровой рыбы, которая сломалась от обеда головой. Все, у нас закончилась еще одна пара. И я, кажется, поняла, почему у нас завтра нет пар. У нас здесь что-то будет происходить. Мы идем в магазины. У меня, кажется, температура поднялась. И что, у меня, короче, нехорошо. Не могу. Но горло особо не болит. Пошли мы в перекресток взять там длинную харьку, ничего хотела сказать. Мясо. Чё? Ну прям, наверное, я вообще какой-нибудь хочу сладкий напиток. Вон, возьми, не выскажи. Нет, есть не хочу, я хочу попить что-нибудь. Сладенько, вкусненько, потом сходим, посмотрим. Лимонад, сок хотя бы что-нибудь. Давно уже хочу. Так. Где цена, Лен? Вот тебе по скидке. Или именно курицу надо? Что такое? Мясо просто разрезанное уже на кусочки.
килограмм, тут полторы. Надо спросить, у вас нет реально на развес, потому что я помню, в перекрестке есть такое. Бон аппетит, ребята. Я пью. Эту ерунду какую-то отвратительно. А я ем кушу. Блин, я не люблю с курицей. Мне не нравится курица. А, точно. Вот и закончились пары. Я не хочу никуда ехать. Я не знаю, может сегодня на 6 часов завтра на 3 выйти. Завтра ко мне выходи. Как я тебе завтра выйду? Кто у тебя работает? Если сегодня работает Элина, то я точно до 11. Если за мир, ну, если другая девушка, тогда я подумаю. Потому что не очень хочу. Потому что я не знаю и так далее. Короче, надо будет сейчас подумать. Чуть у меня живот разотолся. Ну, мы должны были вдвоем пойти на остановку. Ну, я Байрана думаю. А где он? Может, с тобой сходить, потому что я все равно к двум, если я до 11. Потому что преданно. Я вчера на полчаса приехала, их не засчитали. Никто? Да? Да. Поэтому я и не хочу раньше приходить. Да, полчаса буду только работать просто так. Ой, я тебя не засняла. Не знаю, я в набор. Там какой-то праздник будет. Поставили нам такие стандарты. Мы сходили. Мы сходили в Байрам, купили там еще и банан один взяла. Чтобы сейчас подкрепиться. Я опять хочу есть, я не понимаю, что со мной происходит. Я проглот неимоверный. Я столько съела за сегодняшний день, но я опять хочу есть. Хотя сейчас всего 2 часа, ну, час дня. Еще 10 часов. И я уйду домой. Я сейчас его. Все, встретимся уже на рабочем месте. Ангелина поедет домой на сегодня отдохнуть. Зато завтра она работает, а я завтра ничего не буду делать, почти что. И в пятницу я ничего не буду делать. Я буду весь день гулять после пар. В субботу я вообще буду после пар отдыхать. И в воскресенье, не знаю, посмотрим. Все, ладно. Пока. Куда пока? Ну, делаем лишь, что пока. Пока. Ребята, сейчас уже 10 часов вечера. Как видите, я отработала, остался час, и все, моя стажировка закончена, я счастлива. Так и не поняла, выхожу ли я завтра на работу, скорее всего, нет. В пятницу, субботу, воскресенье тоже не выхожу. На воскресенье, может, выйду на пару часов, посмотрим. Но тоже не хотелось бы, хочется запастись энергией, то я что-то прям в жесткой отключке, ни о чем не думаю, кроме работы. Как-то так. Думаю пойти покушать. Но сначала мы расклеим ценники на цветы, а то я не могу запомнить все ценники. Я думаю, понимаете, почему? Потому что количество цветов дает о себе знать и это запомнить. Я не знаю, как можно. Просто как я могу запомнить цену? Ладно, цветы, ладно, розы 190, 210, 230. Нормально. Букетики нормально уже подписаны. Но... Короче, сейчас будем заниматься с девочкой этим делом. Ребята, мой первый, мой последний стажировочный день окончен тем, что я сломала дверь. Она, в общем, там стоял камень, тут темно, я не знаю, как тут включается, выключается свет, мне не показали. Так он был за дверью, как ты его включила? Короче, я что мне будет. Завтра я должна идти в офис, и я сломала дверь перед тем, как идти в офис, я вообще не знаю. Посмотрим, что мне будет. Надеюсь, ничего. Твоя премия. Дорогой видеоблог. В жизни все прекрасно. Как оно так? Главное, чтобы она сейчас не упала. Ребят, как вы можете понять, я дома. Спустя час с грязным носом. С грязными руками я еще в кин помыла. Что хочу сказать, я в ужасе, я в шоке, у меня нет слов, мне страшно, мне ужасно страшно, я не знаю. Это у меня просто как будто сон. Я понимаю, что я не взорвала помещение, слава богу. Извиняюсь, что я плюнула. Я всего лишь сломала дверь. И то я ее не сломала, она просто вылетела с петель, как вы могли понять. Короче, наладили, все хорошо, дверь как новая, будто ничего не было.
У меня нет слов. Я хочу убийственно спать. Хотела редактировать сегодня этот влог, но отредактирую только завтра. Так что благодарю всех за просмотр этого влога, либо этого дня. Я не знаю, насколько он получился. Всем спасибо и всем пока.